В 2004 году доведенный до ручки, обанкроченный Артемовский машиностроительный завод получил новое дыхание, вторую жизнь благодаря новому инвестору. Сегодня АМЗ «Винпром» – гордость не только Артемовского городского округа, Урала, но и страны в целом. Уникальное предприятие, единственное в России, выпускающее вентиляторы главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов, конкурирующее в своем сегменте с европейскими и азиатскими производителями на грани закрытия. Под угрозой увольнения оказалось сразу 500 человек. В последнее время завод находится в эпицентре беспрецедентного судебного разбирательства. Руководство и владельцы предприятия подвергнуты массированной информационной атаке. Поэтому дирекция решила выступить перед журналистами и дать свою оценку всему происходящему. В пресс-конференции приняли участие генеральный директор АМЗ «Винпром» Олег Горшков, директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской области Андрей Бухмастов и адвокат Василий Богданов. В связи с тем, что в последнее время очень много ходит слухов, сплетен и недостоверной информации вокруг нашего предприятия, я принял решение, так сказать, из первых уст донести нашу позицию и рассказать о том, что на самом деле сегодня происходит. Решение 17-го арбитражного суда по Пермскому краю, которое вынесено было 24 октября этого года, которое отменяет решение арбитражного суда Свердловской области. По итогам этого решения присуждена нам сумма иска порядка 1,5 миллиарда, если быть точным, 1,416 миллиона рублей, из которой 730 миллионов рублей – это упущенная выгода. Генеральный директор АМЗ «Винпром» подчеркнул, что решение Пермского арбитражного апелляционного суда принято в пользу фирмы «ГРОС», с которой руководство предприятия никогда не имело никаких отношений. Мы с фирмой «ГРОС» не имеем никаких отношений. Мы искусственно были втянуты в этот конфликт. Мы не сторона конфликта. Мы никогда не имели никаких ни коммерческих, никаких бы то ни было иных дел с этой компанией. Хочу лишь сказать, что за этой компанией стоит господин Макаров, является сегодня он генеральным директором этого предприятия. Выступая перед журналистами, Олег Горшков не удержался и рассказал о том, каким предприятие стало за последние годы, каким видят его работники и заказчики продукции. Завод сегодня работает в полную мощность. Это современный, мощный, отвечающий всем требованиям, высоким самым требованиям завод европейского уровня. Мы выпускаем продукцию самого высокого качества, конкурируем с европейскими производителями, имеем свои представительства по всему миру. Гордиться предприятию и его руководству действительно есть чем. Ведь столько сил и средств вложено в успешное развитие и достижение тех высот, на которых сегодня крепко закрепила свои позиции АМЗ «Винпром». Поэтому решение Пермского суда о взыскании неимоверной суммы в пользу бывших акционеров завода стало шоком для руководства «Винпрома». Суд первой инстанции, который разбирался здесь, в Свердловской области, арбитражный суд, рассмотрел это дело по существу. И, в общем-то, в иске было ГРОСу отказано. Более того, подчеркну, что к сумме этого иска даже не переходили, не подходили, потому что это было, мы были ненадлежащий ответчик, и, так сказать, претензия была не по адресу. Вот, после получения решения о Пермского суда я принял решение уведомить об этом трудовой коллектив, о том, что случилось. Эта сумма для завода не подъемная, рассчитаться с такой суммой мы не сможем и не видим в этом никакой целесообразности. И поэтому принято было решение уведомить людей о сокращении. На сегодняшний день все люди уведомлены о сокращении, и где-то 3 февраля, если я не ошибаюсь, это будет последний рабочий день на предприятии. Дальше неминуемое банкротство. И, в общем-то, закрытие предприятия, ликвидация предприятия. О том, что же происходило с предприятием в лихие 90-е, кто такой Владимир Макаров и что из себя представляет фирма «ГРОС», рассказал один из учредителей ООО «ГРОС» и экс-директор «Винкона» Андрей Бухмастов. Напомним, на момент банкротства в 2004 году Артемовский машиностроительный завод именовался «Винконом». На протяжении всей своей
трудовой деятельности. Я так или иначе был связан с Артемовским машзаводом. А в 96-м году, ну, волею обстоятельств, я начал работать генеральным директором этого завода по 2004 год, скажем так. И вот в той ситуации, которая сейчас возникла, я оказываюсь на первый взгляд в неоднозначной ситуации, потому что, с одной стороны, я один из двух учредителей ГРОСа. ГРОС мы учреждали в июне, ну, началось с мая, а фактически учредительные документы получили в июне 2003 года, когда возникла конфликтная ситуация с другим собственником, Западноуральским машиностроительным концерном. Они скупили пакет у Гайсина в объеме 30% акций Венкона. Вот, прошу не путать с Вентпромом. Венкон — это товарный знак тогдашнего завода, поскольку выпускали не только вентиляторы, но и конвейеры ленточные. По словам Андрея Бухмастова, для того, чтобы скупить акции у миноритарных акционеров и обеспечить себе контрольный пакет, и было создано ООО «ГРОС». У данной фирмы, отметил Андрей Бухмастов, было 4 учредителя, в числе которых был и он сам. Макаров Владимир Николаевич и его компаньон Шамшурин, у них было по 25%. И по 25% было у меня и у моего партнера Абаскалова. Но каким-то образом, для меня совершенно неведомым, на годовом собрании 2003 года, где-то в самом конце июня, появился господин Костырев. Якобы он представлял фирму, ведущую реестр нашего акционерного общества «Венкон». И буквально на следующей неделе мне объявили, что я не являюсь членом совета директоров, хотя на собрании за меня голосовали, и я видел этот бюллетень. И новый состав совета директоров, куда меня не включили, избрал генеральным директором господина Макарова. После исключения Андрея Бухмастова из совета директоров новоиспеченное руководство Винкона за 4 месяца привело предприятие к банкротству. Не наверное, а наверняка за всю историю Артемовского машиностроительного завода, когда он еще не был Винконом, и впоследствии, когда он стал Вентпромом, ни один человек из числа работников завода не нанес этому заводу такого ущерба, который ему нанес Владимир Николаевич Макаров. И я за свои слова готов нести ответственность судебную, любую. Прежде всего, это то, что завод лишился станции аэродинамических испытаний. Такого уникального сооружения не было во всей Азии и на территории Восточной Европы. В Западной Германии была аналогичная станция. И вот лишиться этого сооружения и всего капитала интеллектуального, который на этой станции был, это, конечно, ну, непростительно. Кроме того, в свое время при участии Макарова нашим братьям навек, китайцам, был продан не просто вентилятор строительному предприятию Китая, был продан не просто вентилятор, самый ходовой, осевой шахтный вентилятор, вот 21, но и комплект конструкторской и технологической документации. И завод лишился довольно серьезной статьи экспорта.
Со своей стороны Андрей Бухмастов, несмотря на то, что является учредителем фирмы «ГРОС» и владельцем 37% акций, полностью на стороне руководства АМЗ «Винпром». Он считает, что всю ответственность должны нести те люди, кто совершал все махинации. Последние 5 лет я начал расхваливать свой родной Артемовский машиностроительный завод, потому что видел, какие огромные средства вкладывают собственники и руководители предприятия. Я искренне рад, что вот мой родной завод попал в такие хорошие, умелые руки и в такое грамотное современное управление. Поэтому сейчас, когда вот пошла эта тяжба, ну, прежде всего, мне непонятно, почему «Винпром», хотя, да, я в числе пострадавших, но почему «Винпром» должен отвечать за преступления, которые совершили какие-то люди, не имеющие к нему, ну, в настоящее, по крайней мере, время и в последние там 5-6 лет, не имеющие к нему никакого отношения. Сегодняшнюю ситуацию с «Винпромом» Андрей Бухмастов считает верхом бесчинства и настоящим преступлением против действующих собственников, руководства и простых трудящихся на этом предприятии. Любое банкротство – это судьбы людей, причем это не только те 400 работников, это несколько тысяч жителей, дети, старики, там, иные иждивенцы, родственники. И обрекать людей на вот такие мытарства, тем более, что уже однажды такое люди перенесли, ну, я не считаю себя вправе. И в этом смысле я, конечно, занимаю сторону руководства завода, его нынешних собственников, что завод тут, ну, никоим образом не должен нести никакой ответственности. На данный момент руководством завода подана кассационная жалоба и готовится ходатайство о приостановлении исполнения решения Пермского арбитражного суда. По словам Олега Горшкова, господин Макаров оперативно старается сделать все, чтобы парализовать работу градообразующего предприятия. На сегодняшний день мы все-таки работаем, и у нас есть заказы, нам надо их выполнить, доделать. В любом случае останавливаемся, мы банкротимся, мы еще что-то. Мы до 3 февраля людей должны люди работать. Макаров пытается при помощи приставов сегодня арестовать все имущество у нас и парализовать работу, арестовать счета, чтобы мы не могли ни платить, ни зарплату. В свою очередь, адвокат Василий Богданов также высказал несогласие с постановлением Пермского арбитражного суда. В этом деле слишком много возникает вопросов. С 2005 года по настоящее время они ни участники, ни акционеры, никакого отношения новый завод к ним не имеет. Поэтому совершенно непонятно, почему вдруг в 2016 году завод, новый завод, который является совершенно другим предприятием, ответил за их действия. И второе, почему, которое у нас возникает в связи с этой ситуацией, почему такая сумма, почему 1,5 миллиарда? Дело в том, что в приговоре суда ведь указано, что эти преступники причинили общий вред всем, не только ГРОСу, а вообще всем, в размере 108 миллионов рублей. И, соответственно, каким образом волшебно эти 108 миллионов рублей превратились, значит, в 2016 году в 1,5 миллиарда, тем более, что в этих 1,5 миллиардах 700 миллионов приблизительно – это упущенная выгода. Это совершенно беспрецедентный для российской судебной практики случай, когда упущенная выгода взыскивается в таком объеме. Сотрудники Артемовского машиностроительного завода «Винпром», оказавшиеся под угрозой увольнения, обратились за помощью к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвышеву. В своем письме работники завода просят вмешаться в ситуацию и спасти «Винпром» от преднамеренного банкротства и дальнейшего захвата третьими лицами. Со своей стороны, руководство предприятия также обратилось через средства массовой информации к главным махинаторам, затеявшим развал предприятия. У меня одна просьба вот к Владимиру Николаевичу, просто оставьте нас в покое, дайте нам работать. И люди, которые к этому причастны, это и Косарев, ректор Академии Горной, это и бывший генеральный прокурор Скуратов, который его прикрывает. Юрий Ильич, оставьте всех нас в покое, пожалуйста, мы ни в чем не виноваты, мы хотим работать, развиваться на благо России, на благо города Артемовского, Свердловской области.
По словам Олега Горшкова, сегодня предприятие живет с надеждой на справедливый суд, а также через средства массовой информации привлечь внимание властей федеральных и областных, которые могут помочь сохранить успешное предприятие, а людям – рабочие места. Как стало известно, губернатор Евгений Куйвышев поручил министру промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину взять под контроль ситуацию в Артемовском на АМЗ «Винпром». Кроме того, по заданию губернатора в ближайшие дни первый вице-губернатор Алексей Орлов и глава Минпромнауки Сергей Пересторонин проведут ряд встреч, причем не только с собственниками предприятия, но и с трудовым коллективом Винпрома. О позиции правительства проинформирована и служба судебных приставов. Достигнута договоренность о том, что до окончательного правового разрешения спора никаких действий по аресту имущества либо воспрепятствованию деятельности предприятия судебными приставами предприниматься не будет.